Джунгли опустели, пожар потушен, вывоз обитателей лагеря под Кале должен завершиться вечером. В этом убеждены французские власти, в первую очередь руководство департамента Па-де-Кале. По данным префекта, всем мигрантам будет обеспечено размещение в центрах по приему беженцев. Таких в стране открыто 450 и уже переселены 5000 человек. В ближайшее время лагерь, построенный из подручных средств, полностью будет снесен. Сегодня уже наверняка приходит конец джунглям. Важный исторический момент. Многое произошло, мы были свидетелями удивительного опыта человеческого общения в этом лагере, всех разнообразных, собравшихся вместе общин. Но сейчас страница перевернута, и эта страница позитивна. Ведь все эти люди будут приняты во Франции, и они смогут начать новую жизнь. Впрочем, по данным французских СМИ, в лагере в специальных контейнерах, в ремянках еще остаются несовершеннолетние мигранты, которые туда прибыли без сопровождения взрослых. А также те, которые не хотят уезжать из Кале. Так группа женщин из стран Африки устроила протест, требуя переправить их в Британию. Они утверждают, что у них там есть родственники, ведь только на этом основании британские власти готовы принимать обитателей джунглей, в первую очередь несовершеннолетних.